спиннер. Игрушка, в рекордные сроки получившая мировую популярность, сейчас у всех на слуху. С каждым днем вокруг нее разгорается все больше споров. Одни видят в ней лишь непринужденное развлечение, другие считают, что она опасна. Патент на прототип спиннера еще в 90-х годах получила женщина из США. В интервью СМИ она тогда рассказывала, что создала его для своей дочери. Попытки пустить изобретение в массовое производство не увенчались особым успехом, и вскоре мир о нем забыл. Но в прошлом году была запатентована современная интерпретация этой задумки. Сейчас спиннеры входят в топ продаж крупнейших мировых онлайн-магазинов. Как и положено любому нашумевшему объекту, почти ежедневно вокруг них разгораются нешуточные скандалы и споры, большинство из них с участием детей. Ребенок или взрослый, когда он крутит ее в руках, на 15-20 секунд он выпадает из реальной жизни, потому что смысл в ней не так, как в вентиляторе. Да? Мы же говорим, что когда мы смотрим на вентилятор, он мало кого завораживает, да? Потому что там ритмичное движение. Здесь идет ускорение, замедление, рисунок то пропадает, то появляется, и, соответственно, смотреть и думать в этот момент совершенно не удается. Сейчас трудно найти ребенка, который не крутил бы спиннер дома, на улице или в школе. Появился даже соревновательный элемент. По всему миру дети соперничают друг с другом, кто быстрее всех раскрутит подшипник и сделает это как можно оригинальней. Правда, и сами дети уверены, их внимание вскоре может переключиться на что-нибудь новое. Потому что все быстро выходит из моды. Он, наверное, всем надоест. Ну и зачем же вы тогда их крутите? Когда мы злимся, только этот спиннер возьмешь, и у кого-то успокаиваются эмоции. Сейчас спиннеры находятся в топе самых желанных подарков для детей, но на некоторые из них продавцы устанавливают совсем не детские цены. В России их можно купить как на улице и в магазинах, так и в интернете. Стоимость варьируется от недорогих пластиковых за 150 рублей до металлических в самом разном исполнении. Их цена может доходить до 6 тысяч, и это не предел. Продавцы говорят, что покупают спиннеры по большей части взрослые люди. Все хотят сделать подарок своим внукам, детям и так далее. А так как в наше время эта игрушка довольно популярна, их разбирают в основном взрослые. И у некоторых, помимо развлечений, получается извлекать из них реальную пользу. Илья Клименко, Станислав Лазебный, новости на восьмом.